тримачка. Ти, мабуть, знала, що тут до тебе щось прислали. Тобі шанувальники. Маленькі, а може і дорослі. Так будемо дивитися. Ну, мабуть, Боня, це буде з тобою розпаковувати. Ось тоді. Або мені, зараз відкриємо гляду. Пахне чимось? Мабуть, ні. Може, там вкусняшечки? Може, може. Або пусті коробки. Це зможе прикольно все з нас. Таке перший раз щось. Чекай, Боня, обережу. Що так запечати? Ого, от це у неї. Нетерплячка. Ты что, знаешь, что там я? Ты же чуешь? Ты же не сказал, что от яишановальники. Вау. Ничего себе. А ну, ложи на стол. Это игрушка. Мячик какой. Дис, класс. Ух ты. Красиво. Тут еще что-то написано. А это... Тоже игрушки. Дивно. Ой, там еще аккуратно. Ага. Вот это что такое? А, это до этого? Да. Чтобы играться с ней, класс. Она хочет чем-то играться, может, ей это дать? На. Только лучше обрезать ту штучку, которая... Угу. Понравился ей подарочек. Ну, я... Турка и я уважаемы оглядывать фильмы с Боньо есть чудовным сцен. Хотим справить ей радость нашими презентами. А от кого? От Агнешки и Сильвии. То есть Турка, а то есть мама. Класс. Фигарный рисунок. Да, я уже показывала. Да. То може мені? Я на ладеру нічого не купував останнім часом. Мені лайки нема ще для мене. Акуратно. Пошта як запечатую. Столько радості. Смотри, як вона грає. Інтересно, а м'ячиком також буде гратися? Ой, она хочет мячик, только да, тоже отрезать. Ваня обожает подарочки. Класс. С игрушками вообще угадали. Ну, жена, это собак. Оу. Вкусняшечки! Вау. Ух ты! 95% мяса. Классно. 97%. Вкусняшки она любит еще больше, чем игрушки. Хотя и то, наверное. Так, попробуем. Вот это Бонне повезло. Шарики с вкусняшками. Класс. Она, кстати, ту не ест, ждет, пока ты ей еще это дашь. 75% мяса. Еще не ничего не пьем. Может, у одних и ты самых, а у меня тебе две коробки, одна. А вот ножнички. Треба буде глянути. Вже Боня вже має шанувальники. Да. Боня, попробуй. Как тебе? Она, кстати, такие палочки. Не, она это любит. Это ж мы открывали адвент-календари, и ей там тоже такие кругленькие попадались. И такими палочками запомнили, что ей нравится. Вау, косточки с мяском. Ух ты! Класс! Цикаво.
повезло кому-то. Понял? О, там еще какая-то записка. Клас. Це, мабуть, від якоїсь дитини. Привіт, мене звати Юля. У мене теж собака, але вона лишилась в Україні. Я дуже скучаю. Боня мені нагадує її і піднімає настрій. Це її смаколики від мене і моєї подруги Яни. Чекаємо ще більше гарних відео. Ого, Боня. Юля і Яна, да? Ой, спасибо. Вже комусь піднімає настрій, це дуже добре. Зутрі. Вже схватилась. Спасибо большое вам за такі подарочки. Боня вообще очень щаслива. Игрушки, подарочки, еда. Класс. Круто. Нам очень приятно. Чтобы ты умела, тебе подякала, правда? О, она намажет хвостиком.